Здравствуйте, сегодня мы находимся на благотворительном мероприятии «Фестиваль талантов, искусства и красоты». Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Волхонский, директор благотворительного фонда «Твори добро». Здесь собрались люди, чья воля непоколебима, чья энергия безгранична. Сегодня вы организатор данного мероприятия, соорганизатор. Да? Соорганизатор, да, с такими замечательными людьми, как Надежда Асача, бренд ОНА, и множество представленных здесь людей, которые творят добро и делают мир чуть краше тем, что дают возможность людям, детям и талантам развиваться. Что вас натолкнуло на то, чтобы сделать благотворительный фонд? Меня натолкнули несколько причин. Добро, которое в душе неистощимо, и просто, что нравится это дело, можем сказать, что для души это не работа, это душа поет. Что вы хотите пожелать участникам? Удачи, успехов и последующих побед. Хорошо, спасибо. Спасибо.